Всем хорошего дня. Привет с Турции. Я вот хочу немного вам показать отель. Там сейчас мы пойдем туда, где мы раньше отдыхали до ковида. Мы два раза отдыхали там. Затем был у нас ковид. Никуда не ездили 2 года. И теперь вот 2-й год в другом отеле. Здесь немножко по-другому. Будет здесь многоэтажное здание. Мы, если честно, не особо это любим. Поэтому вот теперь нашли другой вариант. Нам больше нравится, да? Ну, не больше 3 этажей. А когда отель большой, там все время много народа, шумно сильно. Здесь вот шумно обычно, когда ты приходишь кушать, сильно шумно. А так в основном нормально. Ну, вот здесь какая тоже красота. Здесь тоже очень уютно, очень красиво. И завтракали мы все время, такая была, как веранда. Здесь, видите, зона отдыха. А там дальше сам отель. Вот. Немножко сниму. Мы решили просто посмотреть, походить, повспоминать. А здесь двое отдыхающих. Так. Он, видишь, как он его качает, но они так привыкшие, потому что привыкшие к людям и тянутся, может, покормишь, а у тебя нечего дать котенку. Я не с этого отеля. Да. Нам здесь нельзя кушать в этом отеле. Мы пройдемся немножко. Вот теперь отель поближе. Вот, может быть, кому-то понравится именно. Golden Coast называется этот отель. Здесь, видите, вот такой тоже бассейн. Мы здесь обычно, когда плавали, здесь был мальчик из Киргизии, да? Сам подбегал сразу к нам и приносил что-нибудь. Мы даже и не заказывали. Молодцы вообще-то. С уважением относятся к нашим бывшим. А здесь вот здесь мы сидели, всегда кушали. Сейчас мы хотим как-то в центр пройти. Мы не через столовую нам надо. А вот здесь, видите, оно многоэтажное здание. И вот там все на лифте. Вот такой отель. Сейчас название вам покажу, если будет видно. Вон название, видите? Golden Coast называется. Рядом отель. Вот здесь можно фотографии заказывать. Но у нас там тоже есть. Ну, мы уже не очень любим фотографироваться. Эти какие. Мы вообще-то зашли немножко сувениров купить. В каждом отеле есть это. А это вот зала вон тоже. Это все, где мы Golden Coast, где мы были в гостях. Вот посмотрите, может, кому-то будет интересно. Здесь у них вот все эти мероприятия проходят. Очень весело. Здесь, по-моему, даже веселее, чем у нас. У нас как-то больше дальше, а это как-то кучнее. Так что выбирайте, если ищете место, куда поехать отдыхать. Между прочим, октябрь месяц, вот как раз после 2-го, после 3-го, нам намного, ну не намного, но дешевле. И, вы знаете, очень много народу. Я даже не ожидала, что столько много народу приезжает. Особенно сейчас из Германии пошел наплыв. То есть, по-моему, они до 1 ноября еще, как говорится, работают. Ну ладно, всем пока, хватит на сегодня. И всего вам хорошего, мои хорошие.